Так, друзья, всем привет! У нас сегодня масштабное событие, которое мы будем проводить не один год. В памяти Булата, биатлон охотничий. Народу приехало много, участников больше 100 человек. Думаю, это мероприятие будет очень интересное. А как оно пройдет, смотрите дальше. Попадание. Такие вот грамоты будут, призы наших спонсоров, медали, кубки, призы от Азота, масло, патрончики. Сейчас будет построение. Всем добрый день! Спасибо большое, что все посетили наше мероприятие. Охотничий биатлон в памяти Матьянова Булата. В таком формате мы проводим его первый раз. Хочу дать слово друзьям, ну и родственникам Булата. Матвей, скажи, что 1 февраля 2020 года трагически оборвалась жизнь нашего друга Булата Ахматьянова. Он погиб в бою. Булат был нашим другом. Он очень хорошим человеком, настоящим другом, настоящим русским офицером. Мы его помним, будем помнить всегда. В честь него, в честь, чтобы эта память была всегда, мы проводим эти соревнования и будем проводить вечно. Булат всегда с нами, вот его номер, теперь навсегда, номер один. Он будет всегда открывать наши соревнования. И этот номер я хочу вручить жене Булата. В протоколе будет всегда номер один у нас. Да, всегда будет номер один. Скажешь пару слов? Надо что-нибудь? Спасибо. Сейчас вот коллеги, кстати. Я от имени ветеранов управления спецоперации, в котором проходил службу Булат, приветствую всех участников соревнования, а также от территориального подразделения десантное братство Всероссийского союза общественных объединений Союз десантников России. Я считаю, что главной наградой для всех это будет память о Булате в наших сердцах. И эту память передадим молодым поколениям. О настоящем защитнике нашей Родины на дальних рубежах, на очень дальних рубежах. Поэтому я всем желаю успехов, крепкого здоровья и победы над самим собой прежде всего. Спасибо. Чтобы почтить память Ахматьянова Булата, объявляется минута молчания. Грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним. Мы в груди храним. Мы проводим гонку. Больше 100 человек. Поэтому их в безопасности. Обращение с оружием – это первое, что мы должны помнить. Если мы оружие либо в чехле, либо за спиной, без патронов. Значит, отстрелялись, убрали чехол, убрали машину, все. Теперь по дистанции. Дистанция 2 километра 120 метров. Стартуем, вот, делаем петлю 150 метров, первый огневой рубеж. Подъехали, встали, сняли ружье. Все операции, когда вы стоите. Встали на номер, сняли ружье, не снимая лыж. Значит, первый дробовой рубеж, просите тарелку, дай. Заряжаем по одному. Заряжаем один патрон. Заряжаем один патрон. И на первом рубеже патрон показываем судье. Показываем. Судья посмотрел, что это не пуля. Вставили, дай. Тарелка пошла из нижней будки. Везем себя уважительно. Если вас попросили уйти, ну, пожалуйста, отойдите в сторону, пропустите.
У нас серьезное мероприятие такое, ну, дружеское, поэтому отношение ко всем должно быть дружеское. Ну, если вас догнал кто-то задний, вы понимаете, что это 2 минуты, вы никогда не отыграете, лучше отойти в сторону и пропустить. Есть там узкие места на поворотах, где не в 2 лыжни. Выходим вот мимо будки, вот там, слева, так, к пулевому рубежу, там будет таблички 1, 2, 3. Производите 2 одиночных выстрела по мишени, блин, 40 сантиметров. Он металлический, он при попадании его просто, ну, относит, и он на место встает. Острелялись, оружие за спину, и круг через 100 метров финиш. В принципе, по гонке все. Ровно в 10:30 дается старт. Значит, после финиша последнего участника мы проведем турнир «Лучший стрелок». По мишени 15 на 15 сантиметров. Стрельба будет с той же дистанции, по такой же установке, только 15 на 15 сантиметров. Все желающие, кто участвовал вот именно в биатлоне, могут записаться, подойти. Она проходит, ну, скажем, все, кто вот, многие знают, каждый делает по одному выстрелу. Не попал, зачехлил оружие, ушел, не мешается. Попал, в LP-системе. Значит, отошел в сторону, ждешь, когда все стреляют первый круг, второй круг, третий и так далее. Я хотел бы сейчас дать еще слово, ну, нашим спонсорам. Скажем, Андрей, вот, заместитель генерального директора компании «Азот». Вот. Дорогие друзья, здравствуйте. Очень рады вас видеть. Очень благодарны Олегу, Ване Татарину за то, что нас пригласили на это мероприятие. Так много людей, и, в общем, достаточно торжественное мероприятие с таким, в общем, поводом, тоже непростым для всех. И надеемся, что мы будем каждый год теперь поддерживать охотничий биатлон здесь, в Орехово-Зуево. Потому что, ну, в такой атмосфере, столько участников, очень все приятно и радостно нам, только холодно. Ну и, конечно, удачи, и пусть победит сильнейший. Ура! Чем у вас внимание? Значит, ваш главный судья Александр Николаевич Игнатов. Вот, он, собственно, ведет все протоколы, все компьютерные вещи. Вот. Владимир Кукушкин, ну вот, ни разу не охотник, ну вот, сейчас вот с нашей сборной СССР в России ездит по заграницам со всей, вот, как научный сотрудник, мастер спорта СССР. Юрий Усачев, мастер спорта международного класса, тоже ни разу не охотник, но всю жизнь в спорте. И вот, вот они нас сегодня будут судить. Александр Николаевич, кандидат мастера, ну вот он просто больше судья. Михаил, мастер спорта СССР на велосипеде, на треке, он будет судить блины, тарелки. Охотник. Ратарист. Все, значит, 10:30 ровно старт. Ну вот, стартует второй номер. Первый номер уже стартовал. Булатик уже побежал. Молодец! Молодец! Давай! Побежал!
Молодец. Мне же сказали, на машинка будет накрыта. Да, надо еще приноровить. Конечно. Тамар, я навигатор. Приезжаем на дальний третий рубеж. Дальний третий. Попадание. Молодец. Я тебе сейчас номер ее скину. Молодец. Попадание. Молодец, все. Бывает, давай, Сира. Крепление отлетело. Да, вижу. Молодец. А ты нет разве? Давай, давай, давай. Пошла, Наташка, давай, давай, давай. Молодец, поздравляю. Молодец. Хорошо, хорошо. Отлично идешь. Так, мужики, встретите. Да, да, да. Куда пошел? Не думаю. Видно не хуже. Да, лыжу потерял. Перепихай ее. Беги ее. В руки возьми и беги. Одну давай. Давай, 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 давай. Ну блин, ты молодец. Сейчас увидишь. Да нет никого. Я тебе не говорю? Да нет никого. Давай, Димка, давай, нормально. Нормально идешь. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, нас. Молодец. Давай, давай. А я уже все. Да. Оттуда идти. Да, да. Вот такой вот вкусный плов. Очень. Сколько у нас народу. Это наши ребята пробежали. Вот, теперь обедаем. Финиш закрыт! Ура! Ура! Финиш закрыт! Я ружье чье? На мои попробуй, я на твои попробую. Чужое ружье, да? Олег, Олег. Олежка, Олежка. Пошли бухать. Пошли бухать. До утра, бля. Минут...
минут через 40, я думаю, будет. Ну все, ладно. Бакур, победитель Бакурский! Был конкурс «Лучший стрелок». Благодаря фонду мы устроили такое соревнование. Благодаря нашим спонсорам «Азот», спонсор «Манков», «Стрипхант». В общем, давайте пригласим сюда Анисима Владимира. Ему 90 лет! Он преодолел дистанцию! Он попал в КПШ! Олег, Владимир Иванович! Вам призы! Ну что, в 42-м поезда Владимир Иванович. Пускал. Владимир Иванович! Ну я как молодого назвал Владимиром, поэтому... Да, правильно! Смотри, он как бы здесь это мишени перепутает. Вот, это вам значок пусть. Манок, смазка для оружия. Спасибо! Спасибо! Комфортная жизнь продолжает. У нас, значит... Всего вам доброго. Книгу рекордов у нас. Приедешь, Людмилу, которая заняла первое место среди женщин. Пакет дай. Пакетик, я был. А он зажег манок, это смазка от Азота. Смазка? Да, не занят. Поношек занял Дергаев Сергей. Молодец! Занял наш гость! Серега! Поздравляю, Серега! Виногоров Степан! Время называйте, как правильно? Виногоров! Виногоров! Время 11.45! 46! Второе место! Карпов Дмитрий! 12-20. Откуда? Ну нас сейчас тоже там держат. Сейчас на третье место, значит, занял Месилов Александр Иванович. Тула, как всегда. Каждый фото. Блин, Александр Иванович. Улыбаемся. Такие грустные. В абсолюте первое место занял команда. Хорошо. Спасибо. Орехова Зуева. Ура! Карпов Дмитрий. Сухарев Олег. Ришов Сергей. Да, второе место. Команда Мариэл. Подожди, в руке. А что там? Играл 12 секунд. Ким, молодцы. Третье место заняла команда из Тулы. Ура! Молодцы! Поздравляю! Надо двух ракетниц и оружие. Я там погоди, делайте. Первое место среди коллективов занял. Первое место среди коллективов занял четвертый коллектив. Второе место. Все, да. Второе место занял 18-й коллектив. Никита Дулева. Поздравляем. Расщепкин. 18-й коллектив. Это какой коллектив? Которые медленно бежали. Поздравляю, молодец. Ура!